Пробуем самостоятельно прошить ключ Меган 2 Сценик 2. С Китая был заказан ключ и программатор. Ссылки на товары оставлю в описании. Сейчас самостоятельно попробуем прошить. Перед началом нажимаем старт-стоп. Это перед запуском программы. Запускаем программу TrueCode от имени администратора. Заходим в настройки, settings. Подтягиваем порт. COM3. Язык английский. Save and exit. Еще раз запускаем. От имени администратора подключаем компорт. Лампочка загорелась. Выбираем Меган 2006-2008 Connect. Убедитесь, чтобы не было карты в картридере. Окей. Пошла загрузка. Не забываем нажимать старт-стоп перед началом работы. Нажимаем старт программ. Пишет: ставьте первую карту. Вставляем карту, нажимаем ОК. Хотите ли вы прошить другую карту? Нажимаем да. Вытащите карту и нажмите ОК. Вытаскиваем карту. Вставляем китайский ключ в картридер. Сразу показываю, не работает. И нажимаем ОК. Пишет: хотите ли вы прошить еще одну карту? Нажимаем нет. Процесс завершен. ОК. Теперь проверяем ключик в работе. Закрывает, открывает. Все, машинка завелась. Ссылочки оставлю в описании на проверенного продавца ключей и программатора.